Компания «Электромотор» представляет вашему вниманию центробежный электронасос «Спрут» 2CP80 с двумя рабочими колесами. Данный насос предназначен для подачи воды из открытых водоемов, колодцев, скважин и накопительных емкостей. Технические характеристики. Мощность двигателя составляет 4000 Вт. Частота вращения 2850 оборотов в минуту. Трехфазное исполнение. Максимальный показатель объемной подачи составляет 216 литров в минуту. Точка максимального КПД 133 литра в минуту при напоре 70 метров. Компания «Электромотор» предлагает широкий ассортимент и наличие насосов «Спрут» на складе в Киеве. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор». Контактный телефон 530-38.